Довольно оригинально скульптор Александр Замесин использовал старые автопокрышки. Как еще можно обойтись ненужной резиной, подскажут горожане. Можно на детской площадке что-нибудь сделать. Лучше всего их утилизировать как можно подальше, и чтобы они не коптили в городе. Для огорода можно что-то придумать. В утиль сдать? На переработку? Я откуда знаю? Ну, цветы сажать. Раз. Какие-то птички можно сделать. Клумбы облагораживают. Не знаю, делают лебедей там, чтобы ходить по этим покрышкам. Старые автомобильные покрышки – головная боль экологов. По статистике, 76% шин не перерабатываются и не утилизируются. Если у вас в гараже завалялась изношенная резина, не спешите выбрасывать ее на свалку. Не засоряйте окружающую среду. Автопокрышки – отличный материал для хендмейд. Проявите фантазию, и они еще долго будут приносить вам пользу.